с вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре автонабор инструментов от компании Top Tool. Код товара по каталогу JBB3819. Набор состоит из 38 предметов. Особенность данного набора, что здесь представлены головки дюймовые и головки метрические. Набор производится на острове Тайвань. Это профессиональный инструмент, имеет пожизненную гарантию. Поставляется в картоновой упаковке, вот такой картоновый ящик. То есть сверху идет прокладка, которая ложится между крышками, чтобы инструмент не гремел. Тоже тут хорошего качества. Надпись Top Tool, видите. И начнем с комплектации. Трещотка. Трещотка 1/2 дюйма. Здесь 36 зубцов, она считается силовая. Длина трещотки 265 мм. Рукоятка здесь полностью идет пластиковая. На рукоятках надписи Top Tool. С двух сторон идет, но тут надпись не Top Tool идет не краской, а буквы впрессованы в пластик сам. То есть также номер по каталогу на металле. По этому номеру вы можете в каталоге Top Tool найти данную трещотку, если вам нужно будет ее заменить или докупить. Трещотка разборная. Трещоточный механизм сам продается отдельно, его можно докупить, если вдруг что-то случится с ней, с трещоткой. Есть реверс, быстрый сброс головки и фиксация на трещотке. Практически нету люфта, практически очень туго прокручивается. То есть трещотка видно сразу, что профессиональная. Шарнирный вороток, длина 360 мм, рукоятка также пластиковая, есть номер. Механизм, который внутри, сам также можно докупить отдельно. Прикручиваете болт, и также он взаимозаменяемый. Два удлинителя, 250 и 75 мм. Удлинитель 250 мм также служит Т-образным воротком. С помощью переходника адаптера получаем Т-образный вороток. Адаптер вы можете использовать для перехода с квадрата 3/8 дюйма на 1/2 дюйма. Здесь у нас в наборе представлена и трещотка, и шарнирный вороток, и Т-образный вороток. Кардан под 1/2 для труднодоступных мест. Скреплен он заклепками, заклепки черного цвета, хромолибденовая сталь, то есть он идет усиленный. Также номер по каталогу есть. Весь инструмент Top Tool имеет свой номер, по которому вы можете найти его в каталоге Top Tool. То есть свидетельствует о том, что инструмент у вас оригинальный. И теперь головки. Нижний ряд головок это метрические, верхний ряд это дюймовые размеры головок. Начнем с метрических. Общее количество их здесь 18 штук. Самая маленькая, ну давайте по размерам. 8 идет головка. 10, 11, 12. Далее 13, 14, 15 головка. 16, 17 миллиметров. 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30 и самая большая здесь 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 222 грамма. Полностью полированные. Надпись на головках 32 мм, Top Tool и номер по каталогу. И верхний ряд это дюймовые головки. Общее количество их здесь 14 штук. Вес головки, самой большой дюймовой, составляет 212 грамм. Отличие в наборе, как видите, метрические они идут матовые, матового цвета. Дюймовые идут глянцевые, то есть сверху имеют глянцевое покрытие. По комплектации все. Кейс металлический у набора. Рукоятка складная, также из металла. Металлические защелки, вернее замки запирания.
Кейс внутри имеет пластиковую вставку, в которой уже размещен сам инструмент. Надпись Top Tool внутри имеет вот такая вот наклейка Top Tool. Так, теперь сам кейс. Вес набора 6,3 кг. Ширина кейса 42 см. Длина 18 см. Высота 5,5. Логотип Top Tool на верхней крышке. И также вот такая вот вставка металлическая с надписью Top Tool с 1981 года. То есть выпускается инструмент. Вот такой вот набор. Рекомендуем к покупке. Подписывайтесь на канал и получайте скидки в нашем интернет-магазине. Спасибо за просмотр. До свидания.